Давай на своим стакан им дадим. Эти пьют мочи бумчика. Чувак, ты знаешь, что я мою попку, а не вытираю ее? Ну, блядь. Мы проснулись, вы не поверите, сейчас на часах уже практически 4 часа. Я лег где-то к 12 и не мог уснуть. И знаете, что вам скажу? Как хорошо, когда напротив твоей гостиницы, прямо через дорогу, находится Макс, смотрите. И будем отправляться куда-то на улицу, потому что скоро будет темнеть, а хочется-то город увидеть. Не зря ж мы приехали не в гостиницу поспать. Жизнь лайт же. А ключи? Судя по всему, Андрей минус. Либо спит, либо ушел куда-то, поэтому мы с Лайджи идем вдвоем на улицу. И смотреть местный маг, конечно. Все снимаем. Видно? Видно. Чтобы вы знали, тут всего один маг в городе. Судя по всему, это самая большая концентрация людей в таком вот заведении. И так как все пацаны спят, мы решили пойти одни, потому что мы уже проголодались, а надо что-то похавать-то. Так а что, вы местные? Да, местные. Угости чизбургер. Да уже денег нет. Да он бедный. Ну давай фоткайся. Мы вышли спустя 5 минут, сразу подлетела куча малышей всяких, там человек 10, наверное, сфоткалось. Это еще Паши с нами не было, блядь. Да, и типа вот, я не знаю, такое чувство, что я в Николаеве известен более, чем в Киеве. Программа называется «Минутка славы». А можно я ебал твою мамку? Я ебал твою мамку. Бля, Паша, что ты детей учишь? Паша. Я могу сесть в мусорник. Ну... А можешь головой туда? Нет. Можешь головой? Нет. А сколько вам лет? 14. Нормально. Фейса, слушай. Да. Спой песню. Она жжет мой хуй, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жжет мой хуй, как будто это бургер. Я ебал жену Обамы, мне сосала дочка Трампа. Мне сосала. Мне сосала дочка Трампа, я ебал жену Обамы. Молодец. Всю улицу я ебал твою тёлку. Нет, у меня батя может гулять. Да кричи. Я ебал твою тёлку. Я роняю запад, я роняю запад, я роняю запад. Я не успел камеру достать. Доброе утро. Мы вас искали. Там уже подписчики под этим. Мы вышли там пиз... Чувак, уже человек 30 подошло за все время сколько. Мы нахуй запшикаем. Да. Йоу! С добрым утром! Доброе утро! Ого! Семья голодных? Меня в жопу покажу! Давай! Паша, фото это не надо. У нас есть много еды просто. Вот эти бутеры просто... с красной рыбой очень вкусные. Просто вот. Рассказываю историю. Сижу я, никого не трогает. Подлетает вот это тело. Хватает вот дробовик со стены. И мне просто в грудь шмаляет. Ну смотрите, у меня остался синяк здесь. Пальнул в меня, пальнул в Андрея. Смотри. Натуре. Чувак, смотри, ого, синяк. Смотри, Димон. Нормально такая отгатил меня. Ну. Дети пьют мочи бумчика. Паша спаивает. Дети пьют мочи бумчика. Шел просто по рукам пошел. Все, Паша. Что за пиздец? Паша, зачем ты детям алкоголь отдал? Нельзя, чувак. Зачем? Ты же их спаиваешь. Они несовершеннолетние. Слушай, это хороший план. У них должна быть своя голова. Да в смысле? Они несовершеннолетние, у них нет головы на плечах. Чувак, давай на сын стакан им дадим. И скажем, прямо скажем. Нет, мы прямо скажем, что там. Зачем? Мы, короче, с Пашей пробрались в подвал и будем снимать сейчас сталк на заброшке. Пауки, тут а вы шо? Прям, ты шо? А ну, Паша, погнали дальше. Вот шахты лифта. Да тут не может быть шахты лифта, чувак. Нет, это не шахты лифта. Что маленькая заброшка. Здесь можно еще один фрезер открыть. Да, кстати, здесь можно сделать... Ага, обгорелые доски. Можно сделать здесь ремонт, сделать тату-салон. Можно? Так смотрите, можно. Здесь хорошо все стоит. Ну все, открываем тату-салон, да. Так серьезно, смотри, здесь полочки могут главное быть. Главное кошку дохлую убрать и все, все, ну чисто. Типа и наркоманов, сатанистов можно уже запускать. Андрей, расскажи про
вкратце, что происходит? Я не знаю, мне чувак предложил типа на руку на Тихо. Раз, два, три. Андрей, ты шо? Андрей! Вот! Хорош! Хорош! Друзья, мы, короче, собираемся, одеваемся и через черный ход будем убегать. Ну да? Ну хочешь, я помогу? Вот это руфер, кстати, главный киевский. Давай. Ну, становись, Саня. Становись. А! Дима, почему надо здесь именно это делать? Потому что это холодно. Ну, я там буду. Лекаю вот уже пиздец. Между девочками. А, не, между девочками. Может быть, я не хочу. Это последствия твоей пизделки, которую мы видели. Мамке привет! А что такое? Доебался к нам или что? В смысле, что серьезно? А что такое? Что? Что такое? Я ему говорю, пошел нахуй, а мне кричит пидорас. И его мы сразу собрали. Элайджа. Такого и в помине тебе не снилось. Какое ты животное? Тусоваться. Мама только 19 лет начала. Бля, млекопитающее, братан. Млекопитающее? Да. Дима, так это родная твоя бабушка там была? Хищник нахуй. Сереж, значит, да? Гадкий тип. Покажи письмо. Что я мою попку, а не вытираю ее. Чё? Покажи письмо. Кирюш, а как ты моешь? В смысле, блядь? Ладошка, что ли? Сам ты нахуй ладошкой иду. Кирюш, я мою, блядь. Ну, чувак, я как минимум для начала потираюсь. Ага. А нахуя ты потираешься, если вот душ около тебя? А что, мне просто рукой говно вытирать? Блядь, душ тебе все сделает. Душ нихуя не вытрет. Бля, не надо это делать в нашем душе, блядь. Ты сам сказал, что ты должен мне $100, что ты мне их отдашь, когда они будут. Да, ты гад. Окей, хорошо. Так ты мне их пришлешь или нет? Я тебе лично в руки, окей, хорошо, дам $100. Когда? Блять, и когда? Тогда, когда наступит момент. Когда он наступит? Ну, тогда, когда я буду готов. Ну, а по-другому никак иначе. Когда ты мне отдашь деньги? Тогда, когда ты выключишь свет. Ну? Ну, все. Все, она... Отдал. Кирилл, ты мне когда деньги отдашь? Ну, блядь, тогда, когда ты их получишь, тогда и получишь. Ну, так когда это будет, скажи? Кирилл профессиональный банковский работник. Когда мне их отдашь? Ну, на неделю там или через две. Чек, просто подожди. Мне придется что-то у тебя. Блядь, ты прирожденный политик. Что? Спорили на номер телефона тёлки. Да. Окей, я проиграл. Что? Так я тебе об этом говорю. Где мои деньги теперь? Ну, жди. Львовский. Все. Деньги выехали. Окей. Тогда не обижайся, когда я возьму какую-то твою вещь, я дам тебе на твои деньги. На мои деньги, между прочим. Мы спорили на сколько? $100, да? Да. Окей, давай карточку. Вот теперь не смейте никто пиздеть, что Кирюша аккуратно кидает на бабки. С вами приятно иметь дело. Это карма, блин. Нахуй меня, блядь. Ну, чувак, это месть, ничего личного, это блоги. А, ты об этом, я понял. Ну, сука. Ну что, доброе утро. Мы только все проснулись, у нас на часах 9:16. В общем, у нас творится здесь полный пиздец. У нас осталось буквально где-то часика полтора до того, как мы должны выехать. 10 часов уже. Вы поняли, да? У меня вьетнамец умирает. Он ночью, кстати, чтобы себе понимали, через каждые минут 10 шмаркался, плевался. Я в шоке с этого происходящего, блядь. Друзья, не это самое, не занимайтесь такими глупостями, как мы. Получилась вот такая гора. Видите, бутылок уже почти нету, ну... Косяки валяются. Не мои, я не курю, сразу говорю.
Это вот этот вот вьетнамец. Нас тут прям Николаев, нас такой хороший походой провожает. Дожди, тут такая мерзость, это капец. Мы вызвали такси, сейчас будем лететь на вокзал. Картошку отдали, у нас есть картошка, чувак. Это бургер. Аккуратно, я тоже, давай аккуратно. Остренько любите? А есть. Не умеешь остренько. Ай, покажи остренько. Есть чекушка? Сейчас нальем. Есть. Тащите. Правда? Конечно. И? Оу. А почему? Давайте, чокаемся. Снимаешь, как я снимаю? Да. Как ты снимаешь? Как я снимаю. Да ты ж не пьешь. А он зубы там почистит, дезинфицировать рот. Что это капает? Специально показал, что пью. Я и дайте, что с перцем? Что с перцем? С красным. С красным. Ебать. Мой лысый череп. Натуре. Дай я глоточек попробую. Мы же налили. А я хочу с этой бутылки. Не. А что ты стесняешься? Тут мы обмазали еще другим перцем. Да не, а чего? Открой, пожалуйста. Сейчас. Паш. Дай. Это уже, блядь, не красный будет, блядь, зеленый. Мы за кусончик достаем. Натуре, блядь. Вау! Да запить, запей. Да запей чем-то. Да запей, но острый. Да. Дайте колу, держите. Там вот пепси. Дайте мне пепси, да. И меня оставишь. Хорошо. Ну что, до дна? Ну как не гел? Вау, куда ты с бутылкой пошел? Я тут. Не падай, смотри. Не падай. Можно, да. Там можно. Сколько у нас там поезд? Не знаю. Я уйду. Но вы служили во Вьетнаме? Нет? Что такое? Оставляйте себе. А за кем он точно? Да, он же показывает. Я забыл. Это красный перец. Ой, мама, иди, говорю, блядь. Легче у нее руку. Она была. Нихуя. Полотенечко. Да-да. Ой, блядь, ого. Кучеряво, блядь, натуре. Паша, что ты скажешь свое оправдание? Ты счастлив? Я ты общественный деятель, да? Я единственный, кто стоит сейчас без камеры. Потому что тебе стыдно? Да? Нет, просто я на стариками не издеваюсь. Какой хороший мальчик. Да, какой ты молодец. Воу, огонек, куда ты пошел? Есть огонек здесь, пожалуйста, огонек. Так, ну, иди, выключай! Помещение нельзя курить, а на улице. Любим пиво перченое. Остренькое. Да, любим остренькое. Мы пьем за любовь. Ну ладно, поехали. Блядь. Что произошло? Какого? Помянуть. Это хуйня. Крепко? Да, я. Восьмерка. А вы. Поставил нахуй. В смысле? Хороший десант, короче. Плохой? Хороший десант. Красавчик, ты сломал кровать.